Всем привет, ребят. Ну что, закончились Коли и Шмоли, и мы решили, точнее, я решил записать еще один видосик с героем на 9.9. Специально прокачал для битвы гильдии, не знаю, но по сути неплохо смотрится он на битве гильдии в дефе, судя по сливам. Вот такая вот сборочка, ракушка 9.9, 40% отразить, 100% урона. К сожалению, у меня нету пока здесь огненки рунами, поэтому мне кажется, что вот это вот неплохая вещь, особенно по локации, там где много будет героев, вместе кучно стоять, 50% снять баф из трех ближайших вражеских героев и плюс 80% жизни. Ракушка ему чем заходит, у него куча ожива, и в принципе это довольно-таки неплохо, плюс у меня еще стоит отражалка. Я его немножко переролил, добавил ему еще немножко жизни. Вот такая вот у нас сейчас сборка будет. Поехали, попробуем. Нету смысла ему там ролить особо много уклона, так как ракушка срабатывать часто не будет. Так, самое главное нам найти, чтобы Фрея нас не била. Он сейчас начнет, ну, как обычно. Вот посмотрите, какие хорошие отражалочки. Конечно, Фрея все нам протачит, как всегда. Три семерки. Бигфут, конечно, один на один слился бы. Либо Логник. Сейчас попытаюсь найти попроще расстановку. Ну, как видите, хорошо так смотритель идет. Мне это нравится. Так, а ну-ка, Махатма. Не, против Фрая, блин, один на один так не затестишь. Фреи стоят у всех, сейчас будем искать выбор остановки. При том, что Анубис еще и активирует ее сразу же. Печально. Жесть, посмотрите, как смотритель дамажит зеленый красных. По-моему, тут смотритель лучше всего, ребят. Не качайте героя, качайте смотрителей. И будет вам счастье. Жесть какая-то. Иксы тестишь нормальные героя. О! Вообще супер, сейчас сольемся. Так, еще и под Купидоном. Видите, какие отражалочки хорошие идут. Вообще супер, тыковка разогнала Анубиса, Купидона. Ну бы еще и корочку сюда ко всему. Ну вот как-то вот так вот. Так, смотрим Анубис на Анубиса. Ну, не знаю, мне нравится. На PvP локациях пачка вот такая вот будет очень и очень неплохо себя показывать. Так, отлично. Поехали, еще посмотрим. Так, тут дырки, к сожалению, нету. А мы уже на него нападали. Так, посмотрим. Смотрим на стрелка. Минус 500 смотритель ударил. Вот стрелок себя 160, 200 тысяч практически. Кстати, вот кайф. Посмотрите, как стрелок себя шатает. И Анубис. Давай, 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 давай. Все, стрелок, до свидания. Веснулся, давай еще разок. Я смотрю, стрелок, кстати, больше всего страдает от ракушек. Так, все, мы зарядили Фрею. И говорим до свидания.
конечно, и смотритель бьет, но опять же, неплохо. Мне это все нравится. Неплохо. Кстати, очень неплохо Огнекрыл тоже получает обратки. Особенно вот, смотрите, видели, какая обратка пошла. Особенно, когда 6 героев стоит. Там он по троим дамажит и себя очень хорошо сливает. Я уже это показывал на битве гильдий. Так, ну думаю, с рейдом закончим. Тут у нас есть Хранитель, Дрейк. Ну давайте еще попробуем тут напасть. Посмотрим. Сам смотритель сейчас их ушатает. Но срабатывает довольно-таки часто. Так, еще одну топовую расту найдем. Отлично. Вот посмотрите, как наполовину, наполовину плюс смотритель еще бьет. Ну, вообще супер. Ну-ка сейчас всех героев с ракушкой запустим сюда. Посмотрим, что вам скажет Некрос в этом случае. Видите, да, как сливаться начинает. Сейчас, наверное, к сожалению, Фрейя нас кого-то... Вот, кстати, сейчас как не крыло подойдем. Будет интересно посмотреть, как он будет шататься от ракушек. Вот, пошло, 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 и все, он себя просто слил за там залп. Вот опять то же самое. Получается, с каждой атаки он себя минусует, минусует, минусует. Вот это мне нравится больше всего. Так, окей, поехали дальше его тестить, поехали на аренку. Не знаю, что там, ой, у меня тут, тут все печально. Так, отлично. Надеюсь, они по центру. Ух ты. Ух ты. Офигеть. Посмотрите, что он делает с ними. Да. Это просто жесть. Офигеть. Ну-ка еще заходик. Одиннадцатые, двенадцатые скиллы. Смотрите, как дебафы снимаются офигенно. Я офигею. Все-таки дар жизни офигенная тема, я вам скажу. Да какой Некрос, да свидос. И ребята, это не там обычное, там говорят, там вот там фиговые герои, это офигенные герои только что были. Так, ну давайте еще против кого-то
Тоже вот вторые. Ну, тут, конечно, попроще. Но посмотрите на героев. Офигеть. Что он с ними просто делает? Они сами себя убивают. Тут стрелок у нас есть. Я офигею. Конечно, он их не затащит один. Но это, конечно, жесть. Поставим ему еще такого же Асурика в помощь. Два героя с ракушками. Кстати, Асура, походу, нам даже помешал сейчас. Может и нет. Я офигею, конечно, это круто. Герои сами себя просто тупо съедают. А, там череп у нас еще есть. Был, точнее. Офигеть. Так, ладно, ну пусть уже добьют. Так и быть. Что я могу вам сказать? Вы сами, в принципе, все сами видите. Что... Реально ракушка на девятке имеет смысл. Так. Поехали дальше тестировать. Еще на забытую сбегаем. Так, ну тут я всех выпущу. Сейчас мы по Берику тут пройдем. Персонажей посильнее. Вот, кстати. Купидон опять же. Смотрим. Купидон дал баф. Цирк, конечно. Чем больше бафа, больше усиления, тем больше слива. Так, отлично, тут уже есть череп, тыква, вот Афинка с воодушевлением, вот это то, что нам надо. Смотрим на Афину, до свидания, Афина. Череп. Какой нафиг череп? Тоже вторые эволюции. А, есть Фрея. Ну и отлично. Посмотрите, как Фрея получает обратки. Офигеть. Просто жесть. Просто тупо сама себя ушатала. Единственное, что у нас сейчас тут череп. Но это не точно. Короче, такое вот, ребят. Ну, я не знаю, что вам сказать. Но реально смотрится бомбезно.
Ай-яй-яй-яй-яй, тут под молчанием его слили. Смотрите, что делают демоны. Ужас, просто ужас. Все, запороли мой обзор. Шучу, конечно же, ну, не знаю, мне нравится. Поехали еще в забытую тестанем. Посмотрим, что тут у нас будет. Где там ты? А, вот здесь вообще. Нужно будет еще пооткрывать Анубиса. Так, ну это что-то все печально. Вот какой-то есть с хранителем. Поехали посмотрим. Стрелок. Посмотрите, как они проседают. Офигеть. Остался один стрелок. Тут, кстати, зеленый смотритель. Ну все, стрелок, до свидания, походу. Жесть. Моя ну бабачка с бабулей. Давай, бабуля, тащи. Жень, 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 посмотрите, что бабуля делает. Это ужас просто. Череп, кстати, с коркой. Так, ну давайте еще на хранителя. Хочу на хранителя посмотреть. Ай, слабенький. Посмотрите на тень. Вот, кстати, тень хранителя, это показатель будет. Как часто будет срабатывать мелкие и большие. Ну все. Сейчас, может, будут посильнее противники. Я надеюсь. О, отлично, Некрос. Называется кулаки в никуда. Ой, огнекрыл, Некрос, Бигфут. Тут, конечно, без вариантов. Хотя бы... Ого, нифига себе, они там просели. Да, тут ему просто возможности никакой не дают даже. Дамага слишком много. Вот, кстати, против этой второй пачки можно попробовать. Так, пробуем вот так вот. Пусть первая сольет. Вот тут сейчас посмотрим. Ну, Фрея, конечно, опять же, здесь мне интересно больше маха... Думаю, вы это все видели. Просто жесть. Жестко. Жестко. Я ради интереса еще раз посмотрю просто эту пачку. Кто там был? Ну, Бигфут и этот, это просто жесть. Офигеть. Ну, сейчас не настолько имбово, ладно. Но первый заход все показал, кто батька. Ну, просто жесть. Я могу сказать. Круто. В общем, такая вот сборка, ребят. Конечно, один герой в поле не воин, но, блин, то, что он делает один,
такой сборки в пачке таких, это будет просто жесть. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.